Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Ну что, начинаю первую тренировку. Пробуем все это дело. Упираемся ножками 3 раза. Кстати. Для чего валенки? А именно вот для этого валенки. Тренировка делается в валенках. Первое движение сделали. Фух, отдохнем. Отдохнем. Угу. Слишком длинная, неудобная. Надо укоротить. Другое дело.
Второй подход. Важно упираться не силой, не мускулами, а как бы сказать, энергией. Энергией. Распрямить здесь таз. И поехали. Второй раз приподнялись. Шансовый инструмент собираем. Третий подходик. Всему надо привыкнуть, настроиться. Третий подходик больше ставить вес не будем. Оставим этот.
Четвертый подход сделан, как говорится. Ну и хватит. Ну и хватит. Фломастер. Готовим теперь для рук. Для этого надо настроиться. Опять-таки. Делаю пометку, на каком я делал. И лучше отсюда. Вот. Это для жима ногами. Теперь для жима руками. Ложимся. В принципе, и для жима руками это мне подойдет. Ну-ка попробуем опереться. Весь пошел, просто я его не ощущаю, как пошел. Это хорошо. Еще разок сделаем. Напряжение достаточно такие сильные. Достаточно сильные. И это хорошо.
делаем вдох небольшой. И на задержанном вдохе, апа, мысленно продавливаем. Так, ну и заключительный подход — продавливание рук. Насколько я понимаю, важно вот эту вот энергию, которую строят наши руки, продавить ее, чтобы тут не было никаких посторонних узлов энергетических, сгустков, так сказать. Я примерно так мыслю. Кончено, сжимаем лежа. Третье заключительное упражнение сделаем. Thank you.
готовимся к третьему упражнению. Открываем. Зачем? Закрываем. Открывай. Слушай, сейчас твоя задача как человека с высоким, как сказать, глазомером. Что, криво? Что-то. Это. Что поднимается? Поднимается вот это, либо поднимается вот это все. Так. Вот так вот. Подложу мне по полку сюда, под эту подсочину. Ага. О! Всё. Ну ты сейчас все снялся, твой этот. Что ж не поднимайся, и это да-да, вот так. Вот. И поехали. Все, да? Да. Хорошо. А что ты должен поднимать? Ну, должна это. Поэтому это должно быть. И это поднимается. Вообще, кто-то поднимает. Вообще закреплено должно быть. Да. Мы ее закрепим. Все? Нет, подожди, сейчас мы с тобой сделаем это. Ты мне. Тут как-то самому надо сейчас. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.